Всем привет! Многочисленные поклонники Ирины Аллегровой заметили, что певица выглядит очень подтянутой и молодой в свои 69 лет. И она до сих пор не стесняется надевать обтягивающие платья с глубоким декольте, есть что показывать. Сама певица уверяет, что все дело в хорошей генетике. Но пластический хирург Владимир Платин профессиональным взглядом выявил несколько косметологических и пластических процедур. 100% она делала подтяжку, так называемый смаз-лифтинг. Затем она делала блефаропластику век верхних и нижних. Также были препараты контурной пластики и ботулотоксины. Также у нее хороший косметолог, и она раз в 2 недели ходит на процедуры. Она могла сделать грудь, липосакция и прочее, заметил специалист. Плохотин подсчитал, что на пластику у певицы ушло от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. Это не так много для звезды, считает хирург, к тому же многие процедуры Аллегрова могла получить с хорошими скидками за рекламу как знаменитость. И все же, уверяет Плохотин, Ирина Аллегрова не стала решать все возрастные проблемы хирургическим путем. Она ведет здоровый образ жизни, много времени тратит на фитнес и уход за собой. Певица бросила пить и курить, что тоже благоприятно сказалось на ее внешности. А недавно архивное фото Аллегровой показала Надежда Бабкина. Молодая певица с красивыми светлыми локонами выглядит очень привлекательно. По этому снимку видно, что Ирина с возрастом действительно не сильно изменилась. Из медийного поля Аллегрова исчезла еще задолго до пандемии коронавируса. Отсутствие эффектной певицы заметили многие ее коллеги. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе поднял панику, ведь ранее Ирина с радостью принимала участие в каждом сборном концерте. Как выяснилось на днях, все это время исполнительница вела затворнический образ жизни. Аллегрова отдала своим представителям приказ не давать согласия ни на съемки, ни на участие в программах и светских мероприятиях. Добавим, что шальной императрице 20 января исполнилось 69 лет. Звезды шоу-бизнеса пожелали певице долгих лет жизни и творчества. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!